Здоров, бро, меня зовут Крейзи Геймер. Сегодня я с тобой буду играть в Clash Royale. Так, мне здесь уже дали карточек. Всем привет, у меня печальная новость. Игрок под этим ником... Нет, он утонул. Он утонул. Я администратор игры Clash Royale. Если вы знаете данные, скажите, есть человек, который играет на нем. Мне говорил, играет, я узнал им. Максим только. Что случилось? На ему сейчас напишем. Тут сюда. Что случилось? Он утонул. Профиль утонул. Подожди. Так, сейчас пожертвуем элитки, вальки, сейчас вот эта вот штука. Что случилось, ему сейчас напишем. Так, мне эта дека, конечно, нравится, понимаю. Рили, что случилось? Я, конечно, сейчас не в теме, но я не понимаю, что это значит. Привет всем. У меня печальная новость. Игрока под этим ником нет, он утонул. Я администратор. Администратор, не администратор. Админ, а не админ. Дебил. Игры Clash Royale. Если вы знаете данные, скажите. Скажите. Неправильно пишет. Надо с большой буквы соблюдать знаки препинания. О, господи. Я, конечно, игрок Ангел умер. Я администратор, если вы знаете, есть кто играет на нем. Если вы знаете, есть кто играет на нем. Игрок Ангел умер? Что? Я сейчас это заскриню. Это переписка в клане. Что? Серьезно? Но мне говорил один парень, что он играет на этом аккаунте. Сейчас я снимаю видео на своем канале. Сейчас. Сейчас. Я снимаю видео на своем канале сейчас. Я выложу это в YouTube Ясно, хорошо, но я не знаю, кому отдать, потому что и так их много. Мне дай позже.
Так, блин. Аккаунт с девятой ареной. Это довольно-таки просмотр профиля. Элитный варвар выгодно. 65-3. Ого, у него есть легенды. Отлично. Тоже девятый уровень, как у меня. Но у меня-то восьмая арена, а у него-то... Так. Подожди, а кто сейчас в сети? Максим Нечипоренко. Ага, он говорит, что владелец был Максим Хорольский, и он утонул. Где? Я не понимаю, о чем ты говоришь? Я не понимаю, кто утонул, какой Максим? Я вообще не знаю такого человека. Я в помине не слышал о нем. В морге. Так. Ангел, а кто ты тогда? Дай мне пожа. Дай мне пожа, аккаунт. Так, о, королевский сундук доступен. Надо будет сразиться. За него вот это вот так и попробуем сразиться. Дай мне ПЖ. Дай ак ПЖ. У меня одна лего только. Так, его, по-моему, уже в сети нет. По-моему, уже нету в сети. Нету в сети. Ну, я не могу. Я администратор. Мне нужно узнать. Выяснил. Узнать 4. И выяснил, что теперь владелец Максим Нечпоренко под ником Мармикс. Давай сразимся. Я вообще пришел сражаться, как бы, а не обсуждать эту тему. Но так как я услышал от шокирующей системы, я даже не знаю, что теперь. Я не понимаю, это надо выяснять. Сверху Мармикс покидает клан. Мармикс. Во. Мармикс, Мармикс, Мармикс. Мармикс. Mm.
Ух, привет, ребята, жалко Макса. Ангел. Вот сейчас мы с ним наконец-то уже сражаемся. Так, ну я орду миньонов вообще сейчас прокручу деку. Дальше выпущу Гига. И за ним уже. Извините. Так, ну вот, типа, как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так, 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 так. Так, еще сейчас плюс выпущу. Хога, раз тычка. Два тычка. Все, минус башня. Это хорошо. Так, здесь я даже не знаю. Сейчас деку пока прокручу. Там. Серьезно, серьезно. Блин, ребят, реально жалко Макс, я не знаю. Я не знаю, кто это, но... Ну ладно, это не сейчас. Эй, слышь! Слышь, ты куда? Оба-на, вот эта тема. Вот эта тема. О, вот это да, вот эта тема. Сейчас мы пеку. Пека, слышь, сейчас мы будем дефать тебя. Оба, оба. Пека, слышь, мы сейчас будем дефать тебя. Все, мы пеку задефали, отлично. Так, Валька. Слушай, ты какашка. Какашка, иди отсюда, какашка. Хашка. Так, давайте сразу сейчас двух юнитов пустим. Гик. Вот этот вот чел. И стража. И слив башни. На. Ох, нифига, элиту пустил. Неожиданность, сам мистер неожиданность. Ой, я даже не знаю. Давайте поставим здесь, вот здесь. Господи, вот это он дает. Вот это даешь. Даешь-то уж та-та-та-та. Сейчас стражей пустим. Скелетиков за один элик. На. А мы быстро его дефаем, хочу сказать. На тебе хога. И вот этих вот чудиков. Ох, нифига. Деф с Тавалькой, наверное, будем, я не знаю. С 7-го, походу, левела. Да, скорее всего. Давай, на. Прокрутка, прокрутка, прокрутка. Прокрутка. Так, отлично. И ставим Гигу, за ним стражников. Ой, задрал уже выпускать этих. Ладно, не суть, не суть, не суть, не суть, не суть, не суть. Давай, один... Ой, даже одной тыки не сделал. Господи. Так, прокрутка. Хок. Ой, Валька. Ща хок. Все, пошел. Гик, стража, ну, в принципе, как всегда. Я думаю, завершающий будет фаербол. Слушай, я сейчас... Да я сейчас всадника на кабане пущу. Все, пока. Хай-хай. С вами был Крейзи Геймер. Да, бывает. Бывает, бывает. Монги, в морге, в морге, в морге, в морге. Давай еще раз, давай еще раз, давай еще раз, давай еще раз, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я хочу, хочу, хочу еще. Молодец, спасибо.
Так, Валя. За ним колдун. Сейчас пытаюсь задефать. Валю Лита не может. А, нет, она может по сути задефать, но. На, и Хок Райдер. На тебя Хок Райдер, чем будешь дефать? Раз, два, три, четыре. Так, значит, Хок Райдер он задефал, да? Ну, этим я даже не знаю. Вот давайте ордой миньонов, что ли, задефаем. Орда миньонов и Валечка. Валя, 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 Валя. Валя. Валя, кстати, крепкая девчонка она вообще. Так, давайте стражников, типа, отвлекающий маневр, я не знаю. И скелетиков тоже, типа, отвлекающий маневр. Сейчас сделаем. Стражники не только будут дефать этого, да еще и... Так. Гигу давайте выпустим. Гиг 7-го уровня. Пошел в атаку. Гик 7-го уровня. Папа, гик 7-го уровня. У него стрелы есть. Гик 7-го уровня. Папа, гик 7-го уровня. Папа, гик 7-го уровня. Гик 7-го уровня. Гик. Опа-на. Накал страстей, давай садника на кабане, затащи скелетики в бой. Опа, раз тычка, два тычка, переключаемся. В защиту не знаю у кого, давайте стражников. Во, в тему, в тему, в тему, в тему, в тему. Стражники попали в тему. В тему, в тему, в тему, в тему. Так, давайте орду миньонов вот здесь отпустим. Вот здесь вот пустим. Здесь прокрутка деки будет. Так. Гик сразу же выпускаем. За ним идут стражники, которых сейчас легко прифигачат. Их надо было на пеку пустить, ну да ладно. Так, стражники. Хок Райдер, которого легко тоже задефать. Задефаю сейчас. Так, пока не дефут колдуна. Это вот эта вот вся крышняга. Хок Райдера я не знаю, чем дефать. Все, минус слив. Слив, слив. Слив, ладно. Ой, ладно, ребят. Давайте поиграем с вами еще два боя. И я думаю, что... Ой, ради Максика вообще. Я не знаю. Вот он. Ладно, давай. Давай. Ну. Дай-ка, что ли, меняю свою. Я тоже поменяю. Давайте вместо скелетика за один поставим фальс спирицев. Думаю, будет нормально. Блин, все, я один. С такой декой, ну, давайте попробуем. Так. Седьмой уровень за... О, притом... Так, фаер спиритсов, он не успеет выпустить стрелы. Эй, слышь! Он фаер опустил, фак ё. Гик. О, Валечка. Ха-ха. Лошок. Так. Давай еще Хок Райдера сейчас. Хок Райдер. Валя, там вот эта вот всякая штука. Слушай, брат, ты не прихотел ли там
случайный. Так, сейчас фаер спиритсов. Ема у него кладбище. Ема ты даешь. Ну все, это слив. 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 Офигевшая какашка. Нам надо победить. Так, сейчас копим, ставим. А, гига. Оба-на. Макал, страстей, ла-ла-ла-ла-ла. Накал, страстей, ла-ла-ла-ла-ла. Угу. Блин. Ну, здесь я всрал. Валя, неожиданно. Валя. Огненные духи. Колдун. Орда. Давайте сразу всадник на кабане. Ну ты лох. Давай всадник на кабане. Давай. Ну. Так. Валька. Давай. Пошел. Колдун, давай. Стражи, давайте, бомбите. Пошел. Сейчас второй гиг будет. Пошел. Давай, Хокрайда. Нет. А, блин, я всрал. О, ладно. Так, давайте попробуем с этой вот декой поиграть. А вообще-то... Да, вот с этой давайте поиграем. Надо себе один разочек сейчас выиграть надо только. Ну, пускай в големчика куда пойдет, на ту сторону и будем атаковать. Так. Големчик. Ну, давай тогда вот так сделаем. Пожалуйста. Оба, мега-миньон, неожиданно. А он, по-моему, колоду перепутал, наверное. Да, скорее всего, он взял колоду только из юнитов по малости. Да. Ну да. Он взял колоду только из юнитов по чуть-чуть эликсира, который... Ну, конечно, кроме принца. А муж у него начальная колода, вот эта вот, которая вот она, ну, начальная. Так... Давай темного принца. В принципе, если он выпьет армию скелетиков, будет задефать легко. Раз, два, три. Все, минус башня. Это понятно. Блин. Пипец сейчас будет. Да. Блин. Жалко. У него, по-моему, шарик первого уровня, я не помню. Так, копим на гигу. Опа-на. Големчик, не ожидали, да? Блин, ну и зря я выпустил. Все, на счет три. Слышь, да ты, говнюк, не прихерел ли? Самую малость прям. На. Голем, пошел, тварина, давай. Давай, гони.
Нига, 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 ты ня. Нига, 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 ты ня. Нига, 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 супер, нига. Блин, у него юниты, которые дефают очень так-то быстренько дефают они. Ема, вот это он дает, вот это он дает, вот это он дает, дает. Прям таки дает. На. 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 Блин, бревно нахрен обстил. Не знаю. Блин, 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 надо сливать срочно его. Либо ничья, либо срочно сливаем. Нет. Говно, остановись. Остановись, говно, нет. Нет, говно, остановись, понял меня. На. Давай, темный принц, гони, гони. Ну же, что ж ты такой медленный, а? Да ты задрал, серьезно уже. Серьезно, задрал меня. Ну все, мы на ничью вышли. Да, мы на ничью вышли. О, давайте последнюю битву. И дальше маленькое испытание за 10 кристалликов пройдем. Так, давайте куда пойдет, туда и... Так, голем пошел, выбрал. Ой, гигант опустил. Можно подумать, что гигант типа круче, чем голем. Ну хорошо, так-то придумал, а? Хорошо придумал. Ой, лучниц пустил. Это уж вообще пипец. Давай, давай. Давай, нет! Нет, задефали нашего говнюка. Давай, на! Давай мушкетку, и сейчас мушкетка всех задефает. На-на-на-на-на-на-на. Так, мушкетка, давайте темного принца. О, он у меня третьего, я и не знал. Я забыл, что у меня третьего уровня он. Давайте, мега миньон. Хотя бы надо на деф, ну да ладно. Ой, на какой? На защиту. На защиту, да, не дефа. Так. У каждого по маленькому хп осталось. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Блин, нафига я вот сдался? Я не понимаю. Я что-то посмотрел, думаю, что за фигня? Големчик, давай! Давай, големчик, пошел! Я спорим, голем протолкает. Да, он толкает, он толкает, он протолкает. Сейчас все. На тебе. На темного принца. Хочешь еще покруче, да? Все, давай, давай. Ну, все, это понятно, я его уничтожил. В смысле 8 хп? Не понял, не понять. Я не понять, что происходит. Все, вперед. Вперед, 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 вперед и еще раз вперед. Так, сейчас мы задефаем и вот так еще сделаем. И все ради того, чтобы и вот так вот там сделаем. Вот. Да, и вот так вот там сделаем. На. Еще одного големчика. Встречайте. Встречайте еще одного големчика. Ох, ема себе. Ема себе. Срочно сейчас надо армию скелетов ставить, иначе жопа будет. Жопка, жопка, жопка! Блин! Дерьмо.
Одним словом. Давайте вот это вот попробуем. Так, сейчас стражей пустим. Стражи в дело, давай. Fire Spirits. Обязательно, обязательно, обязательно. Блин, чё Fire Spirits почти очень большое количество скелетиков оставляет, не понимаю. Ладно, ребят, мне кажется, надо заканчивать видео. Оно было слишком длинным. Всем удачи, всем пока. Ну, а с вами был Crazy Gamer. Нет, подождите. Не заканчиваем еще. На тебе Валю. Хок Райдер. Раз. Два. Три. Ну, здесь по 1000 на каждого. Так, копим 10. 10 телек. Блин, все жду не дождусь, когда добавить 12 телек. Можно, а есть 14, можно будет сразу две гончих. Оба-на, накал страстей, оба-на, накал страстей, оба-на, 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 оба-на. Опа-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 па. Оба-да, 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 оба-да. Валя в дело. Прикрываешь. Давай раз, давай два, давай три. Хок Райдер. Гига. Давай, пошел на все. На все свое. Давай, пошел. Валя в дело. Валя в дело, Валя в дело. Слушай, мне надо эту кашу задефать. На! Нет! И меня под последний момент слили. Ха-ха. Ладно. Всем удачи, всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал. И ставить лайки.